Прибегает на этот, на координаты, вам. Ах ты ж тварь. Привет-привет, ребята. Тут я занялся, короче, раскопкой. Нужно было камень пофармить. И плюс нужно докачаться. Кач просто какой-то сумасшедший. Это вот это вот я вырубил буквально за ночь. Вот сейчас сколько? Уже 3:50 время. Я где-то к 10 часам выбежал, думаю, из этого, ну, из своей норы. Блин, а где здесь выход-то? А, вон он. Побегу, думаю, это, пофармлю. В общем, по-быстренькому закопаюсь и ночью посижу. Ну и, как видите, посидел так успешно, что докачал буквально. Я был 120 уровня, по-моему, или 119, честно говоря. Ну, нужно посмотреть в прошлом ролике. Там должно быть видно. Вот. И я, получается, сейчас достигаю 125 уровня. Открываю себе крафтинг вольфрама. Вольфрамчика. И я, собственно, этот вольфрамчик начну из печки выводить. Поставлю, пускай делается. И у нас будет все хорошо. Наступит вольфрамовая эпоха. А вольфрамовая эпоха — это прям прекрасно. Мне стало сейчас вот немножко докачаться. Единственное, что вот печалит. Это я сейчас просто песок лопатой собираю. Печалит то, что, блин, я взял с собой мало вольфрамовых брусков. Штуки 3, по-моему, что ли, я взял. Ну, хотя я нашел в кладе. Я, кстати, вчера прокатился. Неплохо так. Смотрите, какой сумасшедший огромный биом вот этот вот радиоактивный, да? Не радиоактивный, а разрушенный. Вот он отсюда начинается, помните, да? Здесь вот я, по-моему, полицейских бил. Здесь вот магазин, в который я залазил. И вот он куда идет аж. Огромная просто территория. Где-то я здесь клад раскопал. По-моему, где-то вот здесь вот был клад. Нафармил таким образом там камни. И это пришлось, блин, ну хорошо, быстро копается лопатой там. Или киркой я копал, уже не помню, честно говоря. Вот, и там у меня упал вольфрамчик. Где-то что-то в районе 10 штук там, плюс-минус, честно говоря, уже не помню. Взял я с собой вольфрамчика, но мало взял. Штучки 3, по-моему, взял. Не хватило. Я один раз починил кирку, второй раз починил кирку. Но видите, она опять уже с одного раза не убирает камушки. Приходится два раза ударять. Ну, я уже сейчас не буду вылазить. Я сейчас докачаюсь до 125 уровня. И только после этого можно будет уже выползти. И получить то, что я хочу. Новый век откроем. Ну, быстро, быстро все равно. Кач просто сумасшедший. С этой киркой, конечно. Я не знаю. Честно говоря, вот мне кажется... А, ну это камень был, ладно, фикс. Какой-то, как будто кажется, читерная фигня это. Потому что ты выполняешь квест, который, в принципе, не особо сложный. Вот на профессию, да? Я не помню, что это за профессия была, но неважно. И получаешь просто какие-то сумасшедшие вещи. Вот золотая мачете, да? Она ж просто имбовая. Она рубит бошки на ура зомбакам. А вот эти алмазные кирки, это вообще что-то с чем-то. Алмазная кирка, топор. Ну, топор, в принципе, ну да, топор тоже. Дерево срубается 120, ну, 1200, вернее, дерево, которое срубается, по-моему, за 4 удара. Вот при моей прокачке. Так что, не знаю. Мне не нравится, единственное, что не нравится в моде, то, что он как-то ушел немножко в сторону какой-то фэнтези. То есть вот эти алмазные золотые мечи, ну, бред вообще собачий, золотой, блин, золотая мачете. А так, с другой стороны, мод, вот, хочется прям сказать, что такой вот была бы Seven Day-ка изначально, да? Было бы прикольно. Как видите, совсем немножко времени прошло, и я уже...
заработал левел ап до 125 уровня. Если поначалу качаться, да и в принципе я не знаю, даже может быть до сих пор стальная кирка много стамины отнимает, я честно говоря не проверял. Но вот с алмазной киркой вот с этой вот прям милое дело. Раз, два, три и все, и ты он... Да вот буквально смотрите, да, сколько у меня было. Сейчас было, только что был левел ап и полоска. Вон она на глазах двигается прям. Очень-очень быстро. В общем, если забраться... Что там за разборки наверху? Сейчас посмотрим, вылезем. И если сейчас ее починить, да, она у меня уже почти сточилась намертво, вообще вот нулевая. Так, походу там толпа. Надо срочно выбираться и гасить толпу. Получать опыт за это тоже, да? Так, так, так. Тут еще надо сейчас попасть. Да блин. Так, мачетку. А, мачетку возьмем, говорю. Как мы ее возьмем, если у меня в руках штучки. Так, земля вроде пошла. Так. Та-та-та-та-там-там. Кто там? Приблудившийся зомбак, что ли, просто? Ты чё тут? Болезный. Ну что, пойдемте вольфрамчик изучим. Восстановил я немножко оборону, правда, не все, Коля, ну так. Постольку, поскольку. Печка у меня всю ночь работала. Тут, по-моему, полные стаки были по 10 тысяч, то есть 30 тысяч камня. Она даже еще не сделала то, что я закладывал. Так, это вольфрам переработано. Гля, сколько камня, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Почти 11 тысяч. И 13 с чем-то тысяч металла. Немножко песка. Но это песок, по-моему, который я копал. Честно говоря, не помню. Так. Тут и места-то уже нету. Глядите. Целая куча. Ух ты, 10 тысяч. Ну, я не знаю. Мне кажется, я запасся на долгое время. Это вот, по-моему, из склада все. Лук. Тоже. Надо, короче, да, надо переезжать уже, потому что просто пипец. Некуда все класть. Кложить, так сказать. Некуда все кложить. Так, топорик. Лопата нам не нужна, пускай она здесь валяется. Так, так, так. Вольфрам где-то был у меня. Немножко у меня его добавилось. Так. Ну, я думаю... Ладно, пускай весь будет. Давайте. Отрепырим. Отлично. И топорик можно сразу починить. Где он? Давай. Вот реально вещи, которых просто на какое-то огромное количество времени не хватает. Главное, чтобы был металл, чтобы их ремонтировать. Ну, металл вольфрам, в смысле, который... Так, давайте пока включим, пускай она делается. Так, давайте вольфрам выучим сразу. Так, у нас вольфрам по-английски tungsten, да? Это инструменты я могу делать из вольфрама. Но это, опять же, все нужно делать на advanced штучках. Tungsten smithing. Construction 8, да? Ну, у меня 120 очков. Хо-хо-хо. И я столько левелапов получил, действительно, что у меня и очков целая куча. Так, нам нужен... Что там нужно было? Господи, construction, да? Я куда-то полез не туда. Construction. Вот он, 8-й, по-моему, нужен был, да? Раз, два. Окей, теперь опять tungsten. Tungsten набираем. Окей. И мы его покупаем за 15 ПТС. Отлично. Так, ты есть хочешь? Ну давай, болезная. А то ты что-то прям вообще страдаешь. Сильно-сильно. Бедняжка. Что у меня здоровье? 150 уже. Я, кстати, наверное, скоро получу достижение, которое в Steam это 200. Потому что я постоянно пытаюсь мед выпить. Давайте-ка вот это сверху поставим. Потому что я так 200 здоровья никогда не получал. Играя на серваке, все время не успевал за народом. А потом приходилось сервак... Так, у меня нормально с едой? Надо с едой. Пытался все время догонять, а потом новый сезон начинается. Естественно, опять ничего я не достигаю 200 уровня. В общем, как-то так вот получалось. Сейчас мы тут накормим нашу женщину-выживальщицу.
Ну давай, милая, еще запеточешь миска. У вареного медведя живем. Так, кстати, да. Камень-то надо складывать куда-то. Давайте сюда уже тогда запихнем, что делать, да? Так, и... Что он простаивает, да? Так, раз... не знаю, сколько получится. Мы сейчас туда все и засунем. 8000 весь. Отлично. Так, это мы сложим. Вот, что-то как-то сразу стало мало камня, блин. Офигеть, такое количество было. А мне нужно 8000. Ну, не знаю, пускай будет, да? Оно как бы не тянет запас, карман. Тыр-пыр. Так, это у нас все в семена. Это в медицину тоже сюда, сюда, сюда. Эта штучка нафиг не нужна. Так, это сюда киточка. Тоже с ящика. Еще одна. По-моему, да? Или... Где-то у меня была еще кисточка вроде. Вот она, 463-я. Ладно, фиг с ней, пускай валяются. Так, и пальтишко я кожаное нашел. Но что-то мне все время жарко, поэтому я не думаю, что я его буду носить. Мне кажется. Так, чучки. Модные фердибобельные. Какие-то бумажные, блин, тряпочные ботинки. Итак, я могу делать тангстон, да? Давайте поставим, выводить его. 742. Ну, наверное, на все деньги-то и сделаем. Хотя, что еще можно из тангстона сделать? Так, мачете блейд, бла-бла-бла, мини-байк. О, тангстон арроухит. Так, ладно, окей. Давайте поставим тангстон. Сколько там? 700, да? 700 поставим. Да? И... Не-не-не-не-не-не-не. Тихо. И поставим сначала. О, 3700. 500 стрел этих поставим. Так, подожди, стоп. Куда оно крафтится? Вот сейчас оно куда крафтилось, скажите? Звук был, как будто оно крафтится. Что за хрена? Светило подозрительное солнце, мне кажется. Так, сейчас надо запихать это все дело сразу. Глину сожрал, падла. Как-то счетчик странно работает, мне кажется. Ну-ка, ноль. Ну. А, он получается не это. Короче, не это, не то. Все нормально. А как-то быстро я стал крафтить все. Хотя я уже давным-давно на максимум прокачал скорость крафта. И вот это вот мне тоже как-то странно видеть, почему это происходит. Так, давайте сюда положим, пускай пока крафтит. Оно мне в рюкзак крафтило, офигеть. Это ж круто тоже. Так. Слушай, а подожди, а где бруски у меня? Где-то здесь, вот они. Так, ключик починим. О, даже улучшил я его. Отлично. Так. Сейчас у нас будут стрелы. Мы посмотрим, что с этих стрел получается. А давайте сейчас прямо посмотрим, да? Так, рецепты. Tungsten Arrow. Перышки-то у меня есть. Есть перышки. Дерево тоже вроде как бы есть, да? Подожди, Arrow. Мне не Arrow, мне болты нужны. Так, у меня дамаг сейчас 30.51, да? Давайте-ка посмотрим, изменится что-нибудь. Где они тут у меня? Вот эти, да? Нет, стоп. Не понял. А, вот они. Так, не понял, а почему там две? А, это флейминг. Горящие. Так, и смотрим. Было 30 с чем-то. 49. Ни хрена себе. Это оно получается на сколько? На 20 почти увеличилось. До 50 почти.
Офигеть. Да сейчас можно любого, наверное, зомбака в пузо убивать с арбалета, получается. Кстати, я, наверное, могу прочитать книжку. У меня была где-то на Weapons Meeting. Да? Да. Сотый, по-моему, уровень там был, да? И все, получается, у меня смитинг до конца прокачан. И поэтому я сейчас могу себе сделать вот таким вот образом. Отлично. Так, так, так. Бетониум есть еще? Жидкий. Жидкий бетониум. Так. Хорошему бы наделать разных еще конкретных конкретов. Нужен скос и двойной, короче, наклон, который делает. Мне здесь напомнили, но, говорит, ты зачем, говорит, на голую землю поставил? Нужно было выкопать. Ну, там копать просто дофигища. Поэтому я решил, что я сделаю просто наклонные. Так, вот это вот. Мы все сможем с 390, давайте тогда 150. И маленькая вот такая вот, еще 150. Все, пускай крафтится. Проще сделать наклонные штуковины, по которым можно будет забираться легко, чем выкапывать такое огромное количество. Так, сейчас я немножко здесь продолжу. Блин, мне глину уже, наверное, не нужно сюда вводить. Наделаю стрел. Наделаю тангстон. Поставлю. Где он тут? Вот он. Так, выводим, короче, нахер весь. О, не, глину надо запихнуть. Слушай, глина резко закончилась. А что он стоит? Что он так дорого делается, что ли? Блин, где он? Он вниз пошел, наверное. Глины нету, поэтому вниз улетел куда-то. Блин, задрало, короче. Все тупит. 10 глины. Да нет, вроде не так, чтобы много. Здесь сколько? Здесь тоже 10. Ясно. Просто его накопилось очень много. Сейчас мы кирку сюда запихнем. И вот, кстати, стальная кирка. Я даже ее не стал использовать. Металл еще нужно будет вывести. Поэтому пускай глина всасывается. Ее, кстати, можно еще доложить, наверное. Так, так. Раз. Два. Нормалек. Стрелы. Болтики, болтики. Блин, я на стальных наклепал уже. Твою мать, а. Не успеваешь просто за полетом мысли. Так. Кроссбол, давай. Не успеваешь. Наверное, слишком быстро развитие идет, да? 30-й день, хотя фиг его, значит, наговорю. Сейчас немножко я подожду, когда здесь всякие штучки накрафтятся. Немножко цементиума, немножко того сего и поедем строить начало. Решил время зря не терять, думаю, пробегусь, пока там крафтится все. И тут на меня выбежал чувачило, блин, с горящими глазами, все к мне. Сейчас проверим. Тангстен. Ну, в принципе, я и этих разбирал. Так, это я только что посмотрел, это не рабочий. Мы его разберем. Что у нас тут еще есть? Деревянные кубы. Все, что ли? Зомбачков больше нету. Так, это не то, что нам хотелось бы. Кстати, все равно спаун дурной так и остался. О, вольфрамовая, по-моему, была рама на мопед. Я сейчас, когда заглянул, да, на меня выскочил этот бегающий чувачело.
Как его зовут-то, которого я сейчас убил? В костюме химзащиты, чувак. Он стоял прямо напротив входа. Я второй раз захожу, он уже заспавнился рядом. То есть все равно все глючит странным образом. Хотелось бы видеть так, что да, что ты заходишь. Хлоп. Зомбаки появились. О, работающие. Но она нам не нужна. Поэтому ее тоже на вкусные запчасти разберем. О, еще один бегающий. Да? Там что-то несколько. Так. Не, бегающих нету. Слушай, хрена себе целая компания. Это меня без руки ударил. Ну, здравствуй, старый глюк. Стоящие зомбаки. Кстати, у меня что-то качнулось. Я так думаю, броня качнулась. Но зомбаки не прощают. Если вы заходите стоя, то будьте готовы, что почти вся эта бригада пойдет. Так, надо остальные, короче, поставить. Надо остальные все-таки болты истратить. Так, время 10:55. Чего у него там с головой? Почему я не попадаю? Наконец-то. Ух ты. Это книжка рисовалка. У нас такая была уже, да? Уже читали. Книжка-раскрашка для самых маленьких. Раскрашка. Так, проще, наверное, так будет все-таки. Чтоб заспавнились ребята. У нас там какое-то помещение. И что такое? А? Туалеты. Туалеты, туалеты. Вроде здание похожее было на то, которое... Так, тихо, тихо, тихо. Где ты? Ну, какое-то оно совсем другое. Байкер. Да что ты будешь делать? Что-то вот кажется, мачете вроде длинная. И от нее ожидаешь того, что достанешь. А она какая-то короткая, оказывается. По факту. Так, время уже между тем 12 часов. И пора бы бежать. Что-нибудь брать в зубы. И на место крафтить. Так, давайте досмотрим, что здесь. Так. О, черт! Господи. Они уже готовы были. Да что такое? Ни хрена не понимаю. Сейчас нормально попал. Да блин. Какая-то бронебойная сестра. Это поддельная сестра. Тут целая куча. Вот зачем вставала, да? Так. О, тут и сейфик. Отлично. Так, где у нас... глазки у них горящие. Это я читал? Да, читал.
Слушай, буквально не отходя, скажем так, от кассы, да, сколько я тут шел? Всего ничего. А уже нафармил полный рюкзак. Блин, 18 стали, офигеть. Так, давайте. И никакие отмычки не нужны. Да, что-то здесь не особо богато. Кстати, хотелось бы... Ну все, здесь все. Ладно, побежали. На крафт. На крафт, на создание новой базы. Да, что-то поздновато я приехал. Уже 4 часа. Ну, пока то, да все, в общем. Заехал торговцам к одному, второму. С собой прихватил всякие ненужные штуки, целую кучу. На 30 тысяч все это дело продал. Купил патронов. Еще какого-то мусора, по-моему. Но в основном, по-моему, патронов. И вот еду, наконец-то. Уже близко к месту. Господи, такая чаща, что пипец. Тут нужно будет дорогу делать. Да. Богатый лут. Кто-то не поленился и запихнул две пустые баночки. Так, ну что, приехали. Вот здесь мы и будем. Гля, оно не засохло еще. Ну, получается, время перестало здесь считаться, когда я уехал, да? И оно все так и осталось. Продолжу. Я сейчас примерно сейчас все это выложу. И потом нужно будет отсчитать 15 на 15 до серединки, да? Так, у нас, по-моему, сколько здесь? 30 блоков. 30 блоков. Поэтому мы сделаем так. Так, 26. 13. 2. А, туретку я купил. Вот что я думаю, вспоминать, что я еще такого купил. Туретку. Так, поставим 15 сюда, чтобы отмерить. Но у меня, по-моему, получится, нужно будет немножко расширить площадку. Так вот. И 15 сюда, да? Потом. Это у нас ровно получается середина. Здесь если 30. Так. Надо было 30 сразу посчитать, что-то я. Ой, тупит какая. Господи, когда уже оптимизацию завезут в эту, блин, игру. Сколько можно ее мучить? Она же несчастная вся. А заодно с ней и мы. Так. Еще 4 осталось. Где у нас тут штучки бетониумные? Инопланетный бетониум. Так, и еще 4. Точно середина, да? Да. Чтобы себя немножко от неожиданностей уберечь, я тут захватил с собой колючую проволоку. Блин, маловато, кстати. Надо побольше. Красиво, да? Нужен металл тогда. Скраб металла. У меня его с собой нету. Ну, пускай хотя бы вот столько есть. Поставил. Потом еще скраб металла возьму, накрафчу. Чтоб мне за это, собачки какие-нибудь или еще какая-нибудь срань бегающая очень быстро не вонзилась внезапно в задницу. Что ты сидишь, увлеченно что-то делаешь, и тут без всяких звуков зачастую, да, прилетает свора целая. И начинает тебя разбирать. Это вот хотелось бы этого избежать. Превентивно, так сказать. Поэтому как только слышишь вопли,
возмущенных зомбачков или повизгивания собачек, становится ясно, что кто-то пришел в гости, и пора бы с ними разобраться. Интересно, тут будут бегающие медведи? Кстати, здесь оживилось что-то, я смотрю, зомбачки. Да блин, появились на горизонте. Я в прошлый раз, когда здесь выставлял все, тишина была и покой со всех сторон прям. Зомбачков не было видно. Я еще хотел сказать, но, по-моему, не сказал. Или сказал, честно говоря, не помню. Что какое спокойное место. Даже зомбачков не видно. А тут, нате, со всех сторон. Там, там пасутся, там травку щиплет. Я вот думаю, ночевать здесь или нет. Потому что... как-то продуктивно хочется провести время ночное. В ту же самую эту забраться, да? И нафигачить еще побольше камня и полезных веществ. А с другой стороны, этих веществ у меня уже там достаточно. Жалко, кстати, то, что не красятся металлические фермы. Это прям печально. Я думал, что здесь можно все покрасить. Оказалось, что не так. Печально. Так. Вроде все заложил, да? Сейчас мы секундочку сообразим, каким образом это все дело продолжить. Так, так, так. Это у меня получается вот этот вот серединный блок будет. И нам нужно будет расширить потом, если я его здесь сделаю. По-моему, тогда... вот туда и туда на единичку. Ну, если равномерно делать площадку. Ну, площадку можно в любом случае как угодно нарастить. Это не важно. Так. Два блока. Что там, мышка? Эй, а почему так тупит-то? Алло. Здесь нормально. Мышка опять загоняет. Блин, задрала меня. Как можно вот сделать мышку? Это уже вторая получается. За 2000 я ее купил. Считай. Чуть меньше она стоит. Вот. И уже одну отнес по гарантии. Чувствую, я скоро и эту потащу по гарантии, потому что, ну, это невозможно. И это Logitech. Черт меня дернул, короче, после того, как мне первый раз заменили. Черт меня дернул ее, короче, такую же взять модель. Надо было что-нибудь другое. Но я был не подготовлен, честно говоря. Я рассчитывал вообще на другое. Они там 6 дней, неделю мурыжили что-то. Я пришел, и они такие, типа, ну, мы протестировали, типа, она нормальная. Я говорю, как так? Ну, давайте, говорю, посмотрим еще раз. И тут же при нем беру эту мышку, показываю, в чем ее проблемы. Без вопросов берет, выписывает. С этими ребятами, конечно, попроще оказалось, с ДНС-ом поменять. У них, слава богу, более-менее нормальная служба. А вот с этим, с пчелами, пчелайном я столкнулся. Это жесть какая-то. Но я уже же потом все пост сделаю. У меня будет завтра, получается, суд с этим долбанным пчелайном. И посмотрим. По идее, вроде все шансы у меня спокойно есть выиграть, получить компенсации всякие там и так далее и тому подобное. Кстати, я не знаю сейчас, что у нас будет. Возможно, мне все-таки положат на операцию. Завтра поеду узнавать, потому что, блин, оказывается, это врачиха. У меня, я сегодня весь день бомбил, вернее, первую половину дня бомбил, потому что эта дичь, короче, не сообщила мне ни черта. Она зашла, вернее, я зашел к ней в кабинет, она меня попросила, вот какого фига эта мышка, не, ну просто ужас. Она попросила, чтобы я
сделал копию, типа у нас там на первом этаже копия документов, анализ, который я сделал, причем я его делал платно. Сделайте мне, говорит, копию. Ну, я пошел делать копию. Там еще очередь оказалась. Сделал копию. Захожу к ней в кабинет, там уже сидит другой человек. Соответственно, она с ним там возится. А со мной, короче, уже все, типа, мол, медсестра мне выдает какие-то документы там, в общем. Медсестра мне выдает документы. Там отрывает кучу анализов, которые я поздавал, там еще какие-то бумажки дает, ну и толком там, типа, вот, говорит, вот там какое-то направление на столетие, типа, ну, на столетие у нас такая улица есть. Тыр-пыр, короче, все. Я там, ну, спрашиваю, типа, мол, а что там это? Говорю, там, наверное, платная эта фигня, откуда меня послали? Там где-то профессор у нас местное светило, Полежаев. Говорю, я как-то не особо горю желанием делать платно, потому что я хотел бы все-таки бесплатно сделать по лесу. 100 тысяч, говорю, лишний на дороге не валяется. Ну, типа, я ничего не знаю, там разбирайтесь сами, короче, вот откуда пришли, туда и идите. Это, я не знаю, как сказать, короче, эта овца не сказала мне, что у меня операция. Она вообще слово операция не сказала. Не сказала, что у меня плановая операция, что у меня операция по полису, то есть просто вообще тупо проигнорировала этот весь полностью весь факт. Она не предупредила меня, что вот, типа, чувак, ну вот у тебя направление идет на операцию, тебе нужно 18 числа ложиться на госпитализацию, тебя там прооперируют, и, ну, и все нормально. Это все по полису, типа, это все бесплатно. Понимаете? То есть врач вообще этого ничего не сказал. Отдали бумаги, анализы, говорит, идите куда-то хотите. Ну, и, естественно, я сразу на выходе, когда выходил, позвонил к нашему онкологу, говорю, ну так и так, типа, мол, запишите меня, ну не онколог, а там регистратор, запишите меня на прием, говорю, потому что мне нужно приниматься. Вот. Ну, меня записали. 2 недели почти проходит. Я не знаю, вот это я, наверное, зря поставил. 2 недели проходят, и я прихожу, и сейчас онколог разбирает мои бумажки, я ему даю, он смотрит, он говорит, а что это, говорит, у вас тут это, плановая госпитализация, вам нужно было лечь, типа, на операцию, все дела. И я такой в шоке вообще от этой всей ерунды, я даже не знаю, что сказать, мне как бы неудобно, я к чуваку пришел на прием, а получается сам как дурак, типа, мол, не прочитал. Но это не каждый день, извините меня, ложусь, блин, на операции, да, и я понятия не имею, что она там дала, рекомендацию какую-то, типа, мол, в ту больницу, или еще что, или это было действительно направление на плановую госпитализацию. Просто пипец. У нас сейчас какая-то херня творится вообще с медициной. В общем, завтра будем выяснять, что к чему. Хотя, может быть, это все вполне было сделано, запланировано, знаете. Завтра будет ясно. Ну, я в любом случае хочу добиться того, что я хотел изначально добиться. Вот. Что это за конструкция? Короче, здесь у нас будет такая вот, как сказать-то, башня центральная, да, куда я поставлю пулеметы. Вот сюда, сюда. Один я, кстати, уже взял, да? Сюда. Так, 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 так. Да. Сюда, сюда, сюда. И здесь будет такой вниз, как бы. Лестница, все дела, да? Плюс здесь все это мы окружим немножко колями. Там 2 или 3 в ряд. А потом здесь я сделаю разветвление. Я вот думаю, насколько ввысь поднимать. Потому что я здесь хочу по бокам сделать еще всякие штуки интересные. Вернулся я, в общем, решил с пользой провести еще одну ночку. Прям мне понравилось. Ну, не то, чтобы мне понравилось махать тупо киркой, конечно. Но мне понравился быстрый кач. Поэтому надо покачаться немножко. Лишние очки не помешают. Там много чего нужно открывать. Рецепты всякие разные на оружие, на броню. Опять же, вольфрамовую, да, нужно открыть. Нужно, соответственно, потратить будет очков целую кучу на это все дело. Вот, поэтому я сейчас буду здесь долбить до утра, а с утреца уже поеду и дальше немножко продолжим строечку. Вы дали, как мчиться просто, просто мчиться. Кирка имбовая. Я думаю, мне еще ее надолго хватит. Я успею, думаю, даже научиться крафтить
следующий уровень. У меня сейчас получается, я могу танк стан делать, да? Ну, могу делать, это как бы могу делать, но у меня нету, соответственно, станка. Его нужно где-то поставить, а я его здесь ставить не хотел. Поэтому будем ставить на новом месте. Распланировать надо будет, куда что. Мастерская, где химическая лаборатория, где еще что-то будет, ну и так далее. И уже тогда можно будет и переезжать, сделать склад, хранилище, все дела. Ну и далее, пока болтал, уже четверть 127 уровня, к 128 вернее, уже заполнилось. Сейчас уже пошло дальше, к половине. Ну все, давайте, до утра. Так, у нас утречка. Утречка, утречка. И я 134 уровень взял. Наколбасил тут, конечно, пипец. Ну-ка, сколько там? Офигеть, опять. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. Почти 12 получается, да? Еще плюс 10... 20 с чем-то тысяч получается железа. Сейчас я, короче, вылезу. Там собачки еще вроде какие-то бегают, беснуются. Пришла толпа. Их, там, не знаю, поубиваю, наверное, да? И поедем мы. Поедем строить. Что-нибудь похожее на убежище. Собачки бесились. А, вон она. Давай попробуем. Попробуем в рукопашечку ее убить. Они прибегают на этот, на координаты, потом... Ах ты ж тварь, она меня все-таки зацепила, а? Так, стоп. Блидинг открылся. И разбегаются потом. Как, в принципе, и зомбачки, да, рассыпаются. Что-то мне казалось, здесь не одна собачка, их целая куча. Ладно, фиг с ними, с этими собачками. Собаченьки. Покоцан, что ли? Не пойму я, где они... А, вон, с той стороны, слушай, да. Прорвали тут колышки. Проредили. Ладно, собираем все необходимое и валим. Выключу тоже. Здесь у нас... А-а-а-а. Надо было на ночь это включить, вот как раз глины бы насосало. Блин, как-то я забыл совсем. Вот этот камень мне, собственно говоря, здесь... Блин, камня уже столько, что куда его класть? Так, все, да? Переполнение. И сюда. Кстати, да, металл нужно взять с собой обязательно. Так, стоп, жир не сюда. Металл. Так, еще камень. Что-то во всех щелях камень. Та-да-та-да-та-да-там. Та-да-та-да-та-да-там. Так, и... Что-то какие-то звуки, мне кажется, я слышу. Это только кажется. А, вон она, господи, бесится. Давайте снайперскую возьмем. Отстрел. Так. Давай, ладно, эту покоцанную возьмем. Патрушки-то есть? Есть. Ща мы тебя, тварь такая-то, убьем. О, гляди, там их две. Одна спокойная, другая ненормальная. Застанет. Еще и не убил. Так, готово. Трудно прицеливаться на таком расстоянии. Убил, не убил? Убил, похоже. Ну и ладно. Так, винтовочку возвращаем. И я возвращаю ваш портрет. Вот таких вот патронов что-то я не увидел в продаже.
металлиум, черный металлиум берем. Берем. Что-то там взрывается. Город живет своей жизнью. Кто-то взрывается, где-то собачки, кто-то кого-то убивает. Действительно, вот этот мир постапокалипсиса, да, его, в принципе, вот вижу в этом моде. Я еще в Starvation не играл, но в этом моде точно его неплохо так оживили. Что, собственно говоря, прикольно. Так, я сейчас, наверное, поставлю сразу Barbedwire. Да-да-да-да-да, фэнс. Сколько сделать? Давайте 100 сделаем. Так, чтобы было, да? Пускай делаются. Накрафчиваются и... И, собственно говоря, надо ехать уже. Делать. Тут, ребята, явно нужен строительный пистолет, короче. Потому что этим молотком, чувствую, я здесь... Копычусь апгрейдить блоки. Сейчас вот эти нижние сделаю. Три. Ну и вот этот ряд получается тоже. И все. Дальше нужно будет, наверное, не знаю, я либо поставлю мастерскую. Не знаю, что быстрее, в общем. Терпение кончится. Текстуры как сливаются, да, не видно даже конца вот с этой вот. Как будто продолжается. Так как грохнуться можно. Не заметить, что закончилась тропинка. Покрасить ее по-хорошему бы надо, да? В какой-нибудь красивый цвет. Сразу вспоминаю башню зла, которую мы строили вместе на сервере. Красотища была. И разрушали тоже. Интересно было. Так, вот здесь, по-моему, тоже у меня блоки по плану. Вот так вот. Я их вчера не поставил, потому что было, нужно было нижние заапгрейдить. Да, все правильно. Так, они еще не засохли, поэтому говорить так. А как же нам... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здесь, в принципе, тогда для обслуживания можно поставить люки, наверное, да? Мне нужно же будет как-то спускаться. Башню большую не хочу делать. Она и так получилась 5 на 5, получается. И чем меньше башня, соответственно, тем меньше потом чинить и тем проще оборонять ее. Да ладно. Кушать она захотела. Так, теперь нужно немножко все это дело распределить. Здесь у нас будет жилая зона, которая выходит на красоту. А здесь на эту сторону можно будет вывести всякие разные штуки. Так. Здесь вот лестницу, конечно, будет неудобно ставить. Хотя нормально. И я сейчас буду наращивать эту башню. Наращивать. Я думаю, до какой высоты. Так, это у нас четвертый, по-моему, блок пошел, да? Ну-ка. Вот это вот четвертый. Не, какой четвертый? Ты чё? Там три, и здесь два. Пятый. Пятый же, не четвертый. Так, пятый. Ну-ка. Ой, что-то я как-то упал. Ну да, пятый. 15, если сделать высоту. Кстати, сегодня зомбачков чуть нету. Распугал всех, что ли. Вчера парочку убил, и все. Пропали зомбачки. Так, это 15-й. Вроде как. Заделываем вот таким вот образом. И у нас получается, сейчас строительство будет идти немножко в бок. Вверх и в бок. Я не знаю.
Так, колонны, как мне еще сделать? И здесь, судя по всему, то ли здесь физика изменена, что ли, что еще. Мне кажется, раньше они весили больше. Масса 10, 120 макслоу. То есть, по идее, я могу что-то около 12 блоков поставить в горизонтальном положении. По-моему, раньше 12 блоков можно было поставить только металлических. А вот эти вот бетонные, по-моему, максимум 6, а 7 падал. Что-то у меня такое вот впечатление, мне кажется. Но это, как говорится, не точно. В общем, ну, в принципе, это легко проверяется, да? Можно, по идее, слезть. Аккуратненько только. Сейчас мы пожертвуем. Да блин. Надо где-то сделать эту прыгалку. Пойдемте травы накосим. С одной стороны. Блин, я хотел убрать, а получается наоборот. Потащил. Так, хейл был, по-моему, да? Да. А это что, я на один только накосил, что ли? Маловато. Надо побольше. Заодно тут и выкосим все. С другой стороны, она мне как бы и нафиг не сдалась. Трава сейчас в крафте не нужна. Черт его знает, для чего она может пригодиться. Так, 6 штук. Получается 3 на 3, да? Ну, я должен попасть вроде. У нашей героини хоть и толстая попка, но не настолько. Чтобы прям огромная. Так, пока все застывает. Ну что, давайте попробуем. Проведем эксперимент. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Слушай, точно? 12 висит. Сейчас 13, по идее, должен падать. Ну, все вместе будет падать. Вот. Ну да, слушай, здесь, получается, по-моему, изменили физику. Ну, или я просто плохо помню, какая была раньше. Мне кажется, раньше блоки весили по 20 где-то, получается. Да, и получается в два раза меньше было. Не по 12, а по 6. Ну ладно, не суть. Так, что мы сейчас делаем? Нет, для разметки нам понадобится другое. Что-нибудь, что более проще убирается, да? Так, раз, два. Давайте раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Ну что, 9 хорошее число. Давайте 9. Вот так вот. Тут немножко потом расширить можно будет. Какие-то предварительные ловушки сделать. Или еще что-нибудь. Посмотрим вообще, пока я... Это на самом деле, по большей части, белый стих. Потому что я особо как-то... Я что-то такое нарисовал. Но не так, чтобы шибко планировал дальше. Я нарисовал примерно такую, скажем, хатку, да, в которой я буду жить. Концепцию. Да, здесь вот я видел, у меня ребенок смотрит Майнкрафт, и там как-то попроще с этим делом, мне кажется. С цеплянием вот этих блоков. Майнкрафтеры там лихо как-то. Блин. Не хотелось бы упасть. Лихо делают все это дело. Цепляют блоки, прям вылазят за границы. Так, ладно. И здесь надо. О, черт! Чуть не грохнулся! Офигеть. Так, вынес я эти балки. Кстати, забыл. Сейчас только что сделал все-таки. Поставил эти штучки. Проверим сейчас заодно их. Так.
Вот так вот, да? И сейчас катапультируемся. Банзай! Нормалек. Еще один блок. Что-то я здесь думал колонны как-то по-другому немножко сделать. Более красиво. Сейчас понимаю, если я их начну делать красивыми, они получатся неприлично толстыми. И зомбаки в них будут упираться, раздражаться и орать. Вот. Поэтому я их толстыми делать не буду. Вот. Тут еще вопрос возникает в том, что я вот здесь посередине хотел сделать кое-что. Но вопрос, выдержит ли это что все вместе и до какой степени это можно делать. Так, решетки я взял. Так, так, так. Так, продвинутый способ вращения. Что ж такое? Надо будет качнуть. Блин, мне показалось глюк какой-то. Так, так, так. Ну, я думаю, этого количества хватит, чтобы вниз стрелять, если что, да? И точно то же самое, вот пример, как сейчас здесь конструкция. Здесь будет и здесь. Ну, и, наверное, здесь, но здесь немножко как-то, наверное, по-другому. Посмотрим, сделаем, чтобы красиво. Здесь, в принципе, можно было сделать, конечно, круглые колонны. Но уже поставил такие, пускай будут такие. У меня вот вопрос, насколько все это дело будет прочным и выдержит ли оно. И сколько оно выдержит. Если вот сюда нацеплять блоков, получается у нас несущие-то вот эти вот. Физика дурная все равно, честно говоря. Я тут с краю встану. Если начнет все падать, то я хотя бы буду на блоке стоять, да? Так, вот этот блок точно не должен упасть. Но вроде держится. Вот, и это получается будет у нас жилая зона. Жилая зона. Как бы то и еще в бок, наверное, туда нужно будет тоже колонны вынести. Вот с такими вот штучками. Здесь у нас будет спуск вниз. Как-то я не продумал и совсем забыл, что здесь нужно было лестницу тоже зафигачить. Поэтому нужно будет, наверное, пожертвовать ногой, потому что другого входа, либо расколотить вход и залезть и сделать лестницы. Ладно, посмотрим. У нас уже получилось где-то, наверное, под час видео. Я на этом завершу. Продолжение у нас, как вы знаете, в следующей серии. Строительство будем продолжать. И посмотрим, что в итоге получится. Куда эта фантазия, мысль, полет мысли нас выведет. Вот. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И, ребята, до новых встреч. Всем удачи, всем пока.